обнаружили камни. Угу. В мочеточнике, или, да, по-моему, камни в мочеточнике очень большие. Или меня... в почках, да? Там что-то в мочеточнике, по-моему. И, ну, где-то вот... Но это все одно и то же камни. Система. Да, да, да. Камни обнаружили, нужна операция. Так как вот мне сделали 30 химий, все равно у меня организм еще такой, говорит, то есть лучше не делать сейчас никаких операций. Вот, но сам факт, как так? Рак исцелил, а камни какие-то остались. И я говорю, слушайте... Я понял вот этот принцип, вы знаете, мы должны конкретно, вот мы иногда думаем, что Бог вот все сразу сам так уберет, но какие-то вещи нам просто нужно озвучивать и конкретно вот молиться за определенную вещь. Вы знаете, это как имя есть, вот у каждой болезни есть имя, рак, там подагра, там камни в почках, это же их имена. То есть и нам надо вот сказать, так, ты, камни в почках, вон убирайтесь, или ты, рак, вон, то есть и они уходят. То есть вот, и часто вот мы должны конкретно за какие-то вещи, конечно, Бог убирает и все сразу в славе своей, но чаще происходит так. И мы помолились за его, ну, чтобы камни вышли, и вот на последнем служении он уже, ну, подошел ко мне и сказал, что камней в почках, нет, слава вообще. Богу, аллилуйя, да, слава и, Богу. Это чудо, аллилуйя, да, Господь. И мы сейчас вот снимем еще отдельную про него такую передачу, небольшой ролик, там жена, чтобы сказала, дети его, ну, потому что хорошее свидетельство такое. Я вам хочу сказать, вы должны знать Бога чудес. Мы должны знать Бога силы. Он, ну, написано, что есть мышца Господня, и Он хочет открыть эту мышцу. Да. Что значит мышца? То есть сила. Бог хочет открыть. Написано, что Он открывает силу, что Бог открывает мышцу свою. Он открывает мышцу свою народом. Вы должны знать, что Бог открыл силу свою. Эта сила есть. Это сила в имени Иисуса Христа. Перед именем Иисуса Христа склоняется всякое колено, склоняется всякая немощь, всякая болезнь и всякое беззаконие. Поэтому мы прямо сейчас молимся во имя Иисуса Христа за все смертельные болезни, какие бы они ни были. Рак, может быть, какое-то поражение, разрушение костей, разрушение суставов, внутренних органов. Прямо сейчас, также я молюсь против коронавируса. Руса, против COVID-19, воспаление легких, и я приказываю, всякая немощь и всякая болезнь, убирайся вон именем Иисуса, прямо сейчас, дух смерти, убирайся прочь прямо сейчас, я связываю тебя смерть именем Иисуса Христа, я связываю дух COVID-19, я связываю эту болезнь, я связываю воспаление легких, я связываю рак прямо сейчас, я связываю онкологию, я связываю всякую немощь, всякую болезнь в вашем теле именем Иисуса. Я приказываю, убирайся прочь прямо сейчас. Рак, убирайся прочь прямо сейчас. Положите руку на то место, где есть болезнь. Если у вас рак, вот мы читали, что рак головы, рак головного мозга, прямо сейчас именем Иисуса. Рак, я проклинаю тебя. Рак, засохни именем Иисуса. Рак, засохни именем Иисуса. Рак, засохни прямо сейчас. Опухоль, засохни! Я проклинаю тебя и приказываю исчезнуть! Онкология, вон! Очистись прямо сейчас! Головной мозг, очистись! У кого-то рак печени, прямо сейчас! Убирайся прочь во имя Иисуса! Печень, очистись прямо сейчас! Будьте исцелены во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Легкие очистились! Прямо сейчас! Воспаление легких ушло! Прямо сейчас в вас вошла Божья сила! Сейчас через ваш руку, положите руку на себя. Прямо сейчас через вашу руку Божья сила сошла на вас. Божья сила коснулась вас. Прямо сейчас. Вы очистились, вы исцелены. Рак ушел, воспаление ушло. Ковид ушел. Все дыхательные пути очистились. Печень очищена. Рак желудка прямо сейчас. Вон убирайся. Рак крови. Вон именем Иисуса. Кровь очистись прямо сейчас во имя Иисуса. Сейчас Божья сила, она высвободилась. Господь, прямо Господь, сейчас, Господь, через вашу руку, по вере, во имя Иисуса. Аллилуйя, эта сила дюнамис вошла в вас, именем Иисуса. Слава, так
Также я высвобождаю именем Иисуса, новым органом. Появитесь, образуйтесь, легкие очиститесь и появитесь новые. Печень новая появись прямо сейчас. Именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса будьте исцелены от чудотворения. Недостающие органы прямо сейчас. Появитесь именем Иисуса. Появитесь именем Иисуса Христа. Прямо сейчас от чудотворения. Всякая болезнь по-женски. Убирайся вон именем Иисуса. У кого-то по-женски у женщин боль. Есть боли в области живота. Воспаление прямо сейчас ушло именем Иисуса. Эта боль ушла. Прямо сейчас болезнь ушла. Прямо сейчас все болезни матки ушли. Во имя Иисуса вы исцелили. Вы исцелены. Воспаление ушло прямо сейчас. Божья сила коснулась вас прямо сейчас. Имя Иисуса. Я высвобождаю жизнь в каждую клетку вашего организма. Я высвобождаю Божье помазание. Я высвобождаю Божью силу. Исцеляющую силу и силу восстановления прямо сейчас. И также я чувствую сейчас, что возможно у кого-то есть еще неверие, есть сомнение, что Бог может вас исцелить. Вы должны не сомневаться в Божьей силе, что Бог может коснуться вас даже в онлайне, даже вот так. И прямо сейчас именем Иисуса Христа я высвобождаю Его огонь, я высвобождаю Божие присутствие именем Иисуса Христа. Прямо сейчас, как электричество, оно наполнило вас, ваше тело. Кто-то прямо сейчас сильно переживает, вы как под электричеством, вы даже, возможно, трясете сейчас. Это Божья сила, это огонь Духа Святого. Прямо сейчас сила дюнамис, высвобождаем именем Иисуса Христа. И дух немощи, дух болезни, вон именем Иисуса Христа, прочь пути. Прямо сейчас убирайся прочь именем Иисуса. Компо в почках прямо сейчас исчезнет. Растворитесь прямо сейчас именем Иисуса. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Будьте исцелены, будьте восстановлены прямо сейчас. Спасибо тебе, Иисус. Я благодарю Тебя за Твое помазание. Мы благодарим за исцеление ранами Иисуса Христа. Прямо сейчас. Дорогие друзья, начинайте сейчас проверять. Вот там, где у вас была боль, начинайте проверять. И я верю, многие получили исцеление. И вам важно также написать вот ваше свидетельство. Кто получил чудо, пожалуйста, пишите, что вы сейчас переживаете, что вы чувствуете сейчас. Прямо сейчас Божью жизнь высвобождаю в каждую клетку вашего организма именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. –